Губернатор дал поручение своим заместителям проработать этот вопрос. В союз могли бы входить казаки от 7 до 30 лет. Подобная организация должна стать объединяющим патриотическим движением. Глава региона также отметил, что союз молодых казаков мог бы заниматься и просветительской работой с детьми. Например, с помощью путешествий изучать родной край. Вениамин Кондратьев предложил продумать и систему льгот для участников подобного объединения.